Как Rockstar и предупреждали, после выхода обновления «Наемники Сан Андреса» с игровых сайтов GTA Online было удалено множество транспортных средств, а если быть точнее, то 186 автомобилей и мотоциклов. Цифра безумно огромная, мне кажется, никто не ожидал, что из продажи удалят настолько много транспорта. По сути, теперь все эти 186 машин и мотоциклов являются эксклюзивом в игре, ибо на сайты они больше не вернутся. Некоторый дешевый транспорт, конечно, по-прежнему можно найти на улице и поставить к себе в гараж, но все остальное теперь вариант лишь выбить на колесе удачи, купить на тестовой трассе или в офлайн автосалонах, ну или как вариант получить с подиума казино либо автоклуба. Прямо сейчас на ваших экранах будет полный список всех удаленных транспортных средств. Обязательно пишите в комментариях название автомобилей и мотоциклов, по которым будете скучать больше всего. Лайк, подписка, колокольчик, погнали!